Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы научимся вязать бабушкин квадрат. У нас берем любые нитки, и у меня в данный момент крючок номер 3 миллиметра. Мы делаем такую петлю и набираем вокруг этой петли воздушные столбики. Делаем раз, 2, 3 воздушных столбика, дальше столбик с одним накидом, 1, 2, и так у нас получается 3 столбика. Дальше мы делаем цепочку из 2 воздушных петель, 1, 2, и опять делаем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Опять делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. И опять 2 воздушных петли. Это у нас уже 1, 2, 3. 3 стороны. И нам нужно 4. 1, 2, 3. Дальше опять 2 воздушных петли, 1, 2, и соединяем. Вот у нас первый ряд уже есть, у нас получается маленький такой квадратик, да. Теперь мы набираем 3 воздушных петли для подъема и 2 воздушных петли, которые у нас будут разделять наши столбики. 1, 2, 3. 1, 2. Делаем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Теперь, чтобы у нас получались уголочки, нам нужно набрать 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И опять 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Вот у нас получился один уголочек, да? Теперь 2 воздушных петли между нашими столбиками и повторяем то, что мы делали. 3 столбика с одним накидом, 2, 3. 3 воздушных петли, чтобы у нас получился красивый уголочек. 1, 2, 3. Опять 3 столбика с одним накидом, 2, 3. 2 воздушные петли, опять 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вот у нас уже получилось 3 уголочка, и мы вяжем следующие 2 воздушных петли,
3 столбика с одним накидом. Три воздушных петли. И здесь нам нужно только связать 2 столбика с одним накидом, так как у нас уже есть здесь цепочка из 3 воздушных. Раз и 2. Теперь мы соединяем. Вот. И у нас получился такой маленький квадратик. И продолжаем вязать. Теперь мы набираем цепочку из 3 воздушных петель. Раз, 2, 3. Делаем 2 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушных. И в уголочек делаем 3 столбика с одним накидом. Три воздушных и 3 столбика с одним накидом. Раз, 2 и 3. Вот у нас получился уголок опять. Раз, 2 и 3 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушных, 3 столбика. Воздушных и 3 столбика. Раз, 2 и 3. И так продолжаете вязать. Довязали наш ряд, последние 2 воздушные петли, и замыкаем круг. Вот. У нас уже 1, 2, 3. Мы провязали 3 ряда. Здесь вы можете закрепить ниточку, чтобы оно не растягивалось, и продолжайте в таком темпе вязать. И опять делаем 3 воздушных петли подъема, это у нас столбик. Дальше 2 воздушных, это у нас будет между нашими столбиками. Раз, 2 и опять 3 столбика с одним накидом. И 2 воздушных, и опять же 3 столбика одним накидом. Три воздушных наших уголочка и так далее. И вяжите на ту высоту, которую вам нужна. Вы можете сделать это маленький мотивчик, можете из такого узора связать даже прекрасный плед для малыша или для себя.